Флешмоб у здания правительства в поддержку молодежи, которая хочет устроиться на работу в Молдове. Акцию провела молодежная организация партии «Действие и солидарность». Участники заявили, что у ПДС разработана программа, которая стимулирует развитие бизнеса в стране. По подсчетам ПДС, почти треть молдавской молодежи уехала за рубеж, и необходимо сделать все, чтобы остановить этот поток. Предпринимательская среда нуждается в поддержке государства и в конкретных мерах, которые позволят работать. Необходима мотивация для создания новых рабочих мест здесь, дома, в Молдове. Кандидат в депутаты Андрей Спину перечислил некоторые приоритеты экономического развития. Мы хотим снизить до нуля реинвестируемый подоходный налог, чтобы у молодых людей было больше денег, и они платили хорошие зарплаты своим сотрудникам. Нам нужно избавиться от монополий, которые препятствуют развитию малых и средних предприятий. Представители партии «Действие и солидарность» заявили, что будут бороться с коррупцией и злоупотреблениями.